Не, ваше не надо. Отойдите от машины. Ну, желательно, да, конечно. Ваше удостоверение не надо. Я вас помню, знаю, знакомо. А мое надо? А, да, хотелось бы познакомиться. Все, водитель, спасибо, говорит. Не знаю, нам бы пришли, говорит, спасибо. Я даже не понял. Без понятия. Выходит, его терроризировали. Опять отработка. Ну что такое? Сегодня последний день. Харин Роман Володимирович, полицейский водитель логистики. Скажите, у вас полномочия есть вот этим вот всем заниматься? У вас в посадовых инструкциях это прописано? Что вы имеете право выписать протокол, выписать постановление, рассмотреть дело. Кто этим всем занимается? Вы? Вы рассматриваете дело? А вы что стоите, документы проверяете? С какой целью? Я планшет поднес. Что-что? Планшет поднес. Вы у него на подстраховке? Планшет носите и все? Конечно, так точно. Инспектор. Инспектор. Давайте ваши посмотрим. Инспектор. У вас этот полицейский на подхвате? Ищу. Где у вас написано? Поставил мое начальство службы. Кто дела рассматривает? Вы один? Номер. А ваша можно? Вы на какой должности? Я вас не помню именно должность вашу. Рыжук Микита. Я помню, что вы Никита, да, но я не помню на должности. Что такое службовое посвящение? Я не против, что вы тут официально. Меня интересует причина остановки, по какому вы останавливаете, згідно 35 статьи. Пункту 3. Якщо є відео, порушення. А какой видеодоказ? У вас этого нету. Ну, Стас. А вам это не надо? Вам интересно, почему вы сходите с какими-то картонками обычными? Обратитесь. Останавливают? Слушай, так. Останавливают согласно третьего пункта 35. Вот человек выполняет функцию треноги. У него камера на нем закреплена, а полицейский разглядает справу. Я правильно выполняю? Разные кроссовки, разные штаны. Почему у него форма черная, у вас синяя? Вы читали одно стричь? Там форма, да. У него так точно. Ну. Дурогострый какой-то уже получается, ну, наверное. Вот кроссовки не соответствуют. Если не ошибаюсь. Ну вот у вас просто полиция, у него там написано «Головное управление». А вы... А он, смотри. Посмотрите. Главное управление Донецкой области. Разные. И у вас. О, да. Все, прошу прощения. Не, по однострою... Надо за это вжарить. По однострою питання тільки по обуви и все. А так, в принципе, ну, у меня питань по однострою нема. Инспектор, так а что? Вы в качестве кого? Триноги? Подношение планшета, документа? А инспектор... Я не буду давать вам интервью. Я себе. Интервью. Так какое интервью? Я у вас... Вы ПС снимаете на камеру. Ну, да. Ну, а вы там, по-моему, говорили, что нельзя снимать на видео ваше удостоверение или... Ну, как-то формулируйте. Зачем ты это делаешь? Ну, вы же фотографировать собрались. Я собираюсь ознакомиться. Вы снимаетесь, да? Я говорю, собираюсь ознакомиться. Снимать, да? Ознакомливаться я могу в удобный способ для себя, хорошо, понимаете? Хорошо. Я но, вот так но, буду ознакомливаться. Нет, фотографировать нет. Подожди, я не дам фотографировать. Не дам фотографировать? Я не дам фотографировать. Дайте ознакомиться с удостоверением. Вот человек поехал только что, так же, как и вы. Если вы снимаете видео, да. Без проблем. Человек если вы фотографируете, нет. Нет. Я уже много чего говорил. Много чего говорили? И наговорили, да, много чего. Поняли, что наляпали, да, языком не понимаю. Я понял. Так а что делать? Уже можно посвящение ваше снимать, или не можно? Нет, снимать можно, фотографировать нельзя. Фотографировать нельзя? Вот он уже снял. А ну дай мне фотоаппарат. Можно я ваше? Он уже снял, конечно. Можно ваше посвящение? Конечно, снимите. И сфотографировать можно? Сфотографировать нельзя? Нет слов. Давайте я щелкну. Я понял. Я прям сейчас щелкну. Секундочку. Я сфоткал. Что будем на его работать? Я тоже. Ну все. Что будем вы с этим довольны? Делать? Не. Так что будем довольны? Делать? Вы довольны? Я спрашиваю, вы довольны? Так я сфотографировал. Вы говорите нельзя. Что будем делать? Конечно, я всегда доволен. Хорошо. Так вы кажете, что нельзя фоткать ваше посвящение. Что будем делать? Я только что сфоткал. Я сейчас вам сказал это. Так вы только что сказали, что вы только что сказали, что нельзя фоткать. Я вам сказал. Да. И сфотографировать можно. Да. Нет, я наказал вам. Так вы сказали, на видео можно, а фотографировать нельзя. Не, я потом воды посмотрю. Но вы говорите, что нельзя. Так а что, ну давайте останавливать. Кого? Машины выявлять, нарушителей, кого пресекать. Кого? Так кого-нибудь. Вот, вот он бус приехал, смотрите, там он трещина на лобовом, нету техосмотра и все остального. Давайте выявлять нарушителей. Что мне делать? Ну а что нет? Я вам даю информацию.
Давайте напишем. Вы хотите заявление написать? Нет, заявление я пока не хочу. Я вам даю информацию. Давайте я заявление могу принять. Зачем? Вы что, почтальон, относить куда-то заявление? Я не хочу писать заявление. Не хотите? Зачем? Если бы я хотел бы написать заявление, я вам бы сказал бы, я хочу написать заявление. Так а что? Что будем делать? Я сфоткал ваше посвящение, что будем робить? С чем робить? С тем, что я сфоткал ваше посвящение. Интервью я вам не буду давать. Так какое интервью? Вы уже не говорите, интервью. Минут 5 говорите интервью. Что будем делать? Гляньте, и заднего нету. Ёмана! Действуйте! Я считаю, она его догоняет. Выводи! Седайте в автівку, догоняйте. Как не водитель? У него в посвящении водитель написано. Идем, там сама стала машина. Пошли. Не, ну серьезно, может убегать уже. Так и что, ну что, все как-то ну так косо-криво. Никита, да? Никит, что будем делать? Порушение. Тачка проехала без номеров. У вас он есть информация. Мы общаемся просто с вами сейчас, человек не заснял. Да бросай все правопорушение, он ляньке. Буква Ю. Похуй. Если у вас есть какие-то вопросы... 121 статья. Ты пошел шуметь, на камеру нельзя снимать? Где работаешь? Где снимешь? Ну так а что ты сидишь? Ну я так снимайте, я вам интервью не буду давать еще. Я тебя не прошу никакого интервью, я тебя спрашиваю, можно без номеров ездить или нет? Короче, наверное, сейчас полетит заява за бездеяльность. Так это автивка почему? Поехала без номеров, стоят инспектора, бездельничают. Да, встанем просто, чтобы я не въехал. А он мешает? Куда? Да нет, ну, вам сесть за руль, объехать это транспортное средство? Не мешают? Никита, я вам не мешаю? Не перешкоджаю? А то потом скажете, что мы вам перешкоджаем. Нарушитель уходит от ответственности. Уезжай, есть вопросы, если с вашего позволения... Да, у нас есть информация, мы хотим, чтобы он был наказан. Все, хотите? Хорошо, вопросов нет. Мы тогда поедем. Да, да давайте, езжайте, догоняйте. Никита, к вам питань нема. У меня питання було ось до людини. Так ми вже задали. Він говорить, що він не буде давати інтерв'ю. Говорить, преса інтерв'ю не дають. Как такое? Я понял. А у вас бумага якась є? То, що ви от откомандированы. Ну, офіційно є у начальства, а старший... А, у начальства. У вас нема, так? По отработке офіційно в нього є, звісно. Я понял. У вас отработка? Почем? А що ви людям показуєте, коли останавливаєте? Що людям показуєте, коли останавливаєте? Що це таке? Ну, от ви зараз остановили ось цей пирожок беленький. По причині якого? Нарушив щось? Що тут можна нарушити? Ні сплошного нету, нічого. Що тут можна нарушити? Если что, ремнем безопасности не пристегнуты. И... Дело рассмотрели. Ёмана. Инспектор, веду доказы на ПО на основании. Так а что, инспектор не успел зафильмовать доказ? Зафиксировать данное. Ёмана. Тренога не работает. Ну что за дело? Провели профилактическую беседу. А кто приехал на этой машине сюда, за рулем? Сюда? Да. Вы, да? Да. А как относитесь к тому, что на остановке, на посадковом майдане? Я просто не вижу здесь знака автобусной остановки. Может это... Короче, а, можно. Нет, ну что ты доколебался? Ну, посадковый майданчик, да. Ну, указано, не отражено никаким дорожным знаком. Да это, чтобы от дождя нет, прятаться, да, понял? Это укрытие дождя, нихера ты не понимаешь, да, понял? Это не остановка. Просто не понимаю, да. Никита знает, что ты слышишь, кому ты делаешь замечания, не понял? Никитос, он в курсе, где остановка, где знаки? А может напишем это, слышишь, Никит? Вы рапорта понаписывайте, что нету знака, чтобы установили. Хорошая идея. Нет, здесь же патрульная полиция осуществляет непосредственно. А, короче, вам по барабану, да? Не, не осуществляет надзор за данным участком. А вы не осуществляете надзор? Они приезжали, мимо им говорили за это. Вы говорили? Да. А фамилии инспекторов не скажете? Я их знаю всех, я им потом предъяву скажу. Именно. Никит, скажу, подходил к вам Никита, сказал вам написать рапорта, а вы отморозились. Я ж потом с патрульным спрошу. На своем участке дороги мы, соответственно, составляем рапорта, схему, то есть... Да, по вам я знаю, что да. Вы в Константиновке... там барахтаетесь, вы там гамне в этом нет, варитесь. Дороги, меня вот интересует вот это остановка чи не? Нету знака дорожного. Я понял. Но тут ситуация непонятная. Короче, ситуация вообще страшная и какая-то непонятная. Инспектор, что там это, что с посвящением будем робить? Я вам
вам интервью не буду давать. Ёмана, так какое ж интервью? Я ж не интервью спрашиваю. Вы пресса даете интервью у меня. А ну иди сюда, братан. Ты не пресса. Я не пресса. Спрашивай. Вы тоже фильмуете моего помощника. Какого? Я его не знаю. Короче, слушайте историю. Еду, останавливают меня. Говорит, чувак, подкинь меня. Я не знаю, кто это, честно вам говорю. Говорит, подкинь, там где-то, говорит, мусора стояли. Мне дали инфу, что там стоят мусора и разводят людей. Говорит, подкинь, я поеду их поснимаю. Говорю, братан, да поехали. Я не знаю, кто это такой. Я пресса, он не пресса. Я не знаю, кто это такой. Я его не знаю, честно вам говорю. Интервью со мной, ладно, бог с ним. Что с ним будем делать? Тоже интервью? Тоже интервью. А 9-11 статья из ОНП ничего не говорит? Интервью я вам давать не буду. Да какое интервью? Человек подошел гражданский к вам, говорит, ребята, что вы тут делаете? Стоите с нарушением. Вот он хочет поинтересоваться, разрешение на спецсигнал есть? Вы у нас интервью берете. Да не я, он интересуется. И давай, он говори. Ты просто давай, говори. Насколько это нелепо выглядит, что ты, ну, служишь в полиции и не можешь даже на какие-то вопросы ответить просто гражданину. Ты понимаешь, насколько это нелепо выглядит или нет? Он две ночи. Ну, вообще, хоть какое-то осознание есть или нет? Зачем ты тут стоишь тогда? Я просто не понимаю, вот, Никит, я не понимаю, честно, смысл. Тебе вот дали в напарники человека, водитель... Ну да, в наказание, скорее всего. Тебе дали человека, который не имеет полномочий ни рассмотреть дело, ни выписать постановление, ни написать протокол. Он даже на вопросы людей не отвечает. И за рулем он даже не ездит, ты ездишь за рулем. Зачем он тебе нужен? Вместо треноги камера на нем закреплена. Не нужен, вопрос не ко мне. Так кому? Как твоего руководителя зовут? Не осуществляю расстановку. Как твоего руководителя зовут? Кто твой керевник? Кто? Ширалиев Гадир Гугарович. Еще раз. Ширалиев Гадир Гугарович, капитан полиции. Это там Константиновский, который надавал людей сюда на отработку места. Короче, мы обращаемся к руководству данных полицейских. Надо что-то делать с вот этим вот человеком. Смысл его пребывания в этом экипаже нам, если честно, непонятный. За рулем он не ездит, на вопросы не отвечает, постановление протокола не выписывает, стоит, ну, просто стоячая видеокамера ходячая. Как так получается? Мы приезжаем, и вы никого не останавливаете. Вот, ну что за ерунда? Давайте мы отойдем, вас остановим. Можем вас отвлекать. Не, ну если есть нарушение, как-то... Да я же вам показывал. Какое нарушение было у Тавре? Мы четвером приехали, никто не приезжал. Есть же, да, на видео, как машина без номеров проехала? Да. Есть на видео. На законных основаниях. Просто что, если остановить ее, если сейчас догоним, Бог его знает, куда она уехала. Может, где-то все. То ёмана, все. Ну уже, конечно, да, уже и на дороге. Пока мы осуществляем здесь данную беседу. Короче, активисты мешают препятствовать нарушениям. Не, я ж не говорил. Ну, ёмана, ну что за дела? По факту получилось. Не, мы подъехали, мы осуществляем сейчас беседу. Роман, вам тренога надо? Короче, катаюсь с собой треногу. Один экипаж заинтересовал, но... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Они постеснялись походу взять. Вам надо тренога? Ну, чтобы освободить вас от такой ноши камеру, на вас камера болтается. Что будем робить? У меня есть тренога, могу дать на пользование. Роман, ну включитесь. С вами все гаразд? Задумала, блин, мне тоже задумала. Мне тоже задумала. Я тоже уже хочу задумала. Все гаразд? Такое ощущение, что кнопка выкал где-то. Ну что там? Никит, ДТП, срочный вызов, не? Все нормально? Я понял. Давайте отойдем, пускай полиция служит. А мы не перешкоджаем. Я у Никиты спросил, говорю, Никита, мы же тебя не перешкоджаем. Нет, видишь, говорит, вы уже нет. От нас отвлекли, занимаетесь, да? Интересно посмотреть. Вы приехали посмотреть, как работает полиция. Вы стоите и ни хера не... Я же предлагаю, надо помощь. Я же говорю, мы вот, глянь, сколько свидетелей. Сейчас вот так по щелчку. Кто, да, сейчас кто-то будет не пристегнутый, мы же дадим пояснение, отберете, да. Накажем. 130-й мы же свидетелями пойдем, расскажем вам, как надо заполнить. А у вас драгер есть? Нет. Нема? Нема, я технично не могу. А кого вы вызываете, вот если выявляете? Пока не выявляют. Никого не нашли. А если кого? А вот если вот выявите. Вот он сейчас при вас сядет. Перед тем, как за руль сесть, буханет при вас и сядет за руль. Что вы будете делать? Не бывает таких случаев. Он уже... Блин, он сейчас сядет, я тебе говорю. Он отмороженный, он бухой ездит за рулем. Без номеров. И без номеров. Глянь на его номера.
Это ж провокатор. Вот он сейчас возьмет, буханет и сядет. Ты его остановишь. Что ты будешь делать? Драгера нема, ничего нема. Установлено закон о порядке. Так понятно, но ты на месте. Кто будет продувать? Кому ты звонишь? До другого экипажа есть. Какого? Может, до другого экипажа, чтобы приехал. Которого есть драгер. Если человек захочет на месте. Ну, ты патрульным звонишь или своим СРПП тоже? Это уже по мере поступления задач. Какой задача? Я у тебя спрашиваю, говорю, вот человек пьяный за рулем сейчас будет. Кому ты будешь звонить? В патрульную полицию или своим СРПП? СРПП? Ну, значит, драгер у кого-то ж есть у вас? Наверное. А, ну, в общем же, я их не знаю. Там... Я не располагаю. Да кто знает? Не располагаю такой информацию. Короче, беда, момент. Вообще беда. Как вы служите? Я вообще не понимаю. Драгеров нема, у коллег драгеров нема. Этот интервью не дается, своим посвящением стесняется. Вообще жесть. Короче, беда. Гляньте, сколько людей, сколько мы тут уже, 20 минут и все бесплатно ездят. Это какое-то неподобство. Отсюда хорошо видно, как без поворота поворачивают. А у нас тут есть господин, выполняющий функцию треногу с видеокамерой. Я предлагаю предложить Роману пройти вот там вот встать, чтобы была возможность фиксировать на перехресте езду без показчика поворота. Сейчас закроется переезд, и вот тут будут люди, которые станут тут прям, вот и остановятся. Бляха. Он бляха поехала. Ну что за дела, пацаны? Ну ёмана. Там без номеров, тут бляха. 10 пункт 35 статьи. Выявлять. И ничего не робим. Что делать будем? У вас что, служба стала? Пресса приехала и служба стала? Я вам еще раз поведомляю, я не буду вам... Да какое, я вам говорю, что не несете службу? Мы вам не будем мешать, мы вот сейчас в сторонке станем, все постоим, а вы несите службу. Да нема, к тебе вопросов нет. Коллеги есть? Да, ну я думаю, он будет выявлять нарушение, он стоит. На данный момент. Так нему куча. Да нема, я тебе говорю, пусть становится, выявляет нарушение. Глянь, сколько машин. Да нету заявлений. Ну ты говоришь, что это не остановка, значит знак не нужен. Ну какое может быть заявление? Тем более ты уже сообщил в патрульную службу, да. Правильно? Правильно. А я потом пацанов встречу с патрульной, я спрошу, обращались или не обращались? Мы говорили, они мимо проезжали просто. Слушай, да не важно, официально, не официально. Мне ж важно, обманул ты меня или нет. Я потом спрошу. Слышишь, я вот в последнее время приезжают активисты, заставляют полицию работать. Раньше боролись за беспричинные остановки, уже мы говорим сами, останавливайте, рассматривайте дело, непонятно, притягает это до ответственности. И что-то творится вообще непонятное. Что? Что там? А что там? Говорят, надо рулетка. Говорят, надо рулетка? Если он просматривается с 20 метров. Так как он может просматриваться, лянь, там рубероид на номере. 4.15 вы вам не видно. Видно все. Ёмана. Ну, он правильно сказал, все буквы. Роман, можно вас на минутку? И на 20 метров. Ну, на минутку. Я вам сказал, я не буду вам давать интервью. Да какое интервью, лянь, ты правопорушение. Хватит работать. Роман, подивіться, правопорушення є чи нема? У вас бодікамера, відсніміть, будуть доказательства. О, блин, я... Ні, ну це тяжело. Слушай, ну це взагалі жесть. Це, звісно, кадр такий нормальний. Ні. Да, он обиделся, наверное, когда активисты что-то поднасолили ему. Да, Роман, так... вы обиделись на нас? Задумала, блин, не нужно задумала. Роман, мы ж вас не оскорбляем. Не это. Там есть люди, которые общаются жестко с сотрудниками больницы. Мы ж вас не оскорбляем. Не материмся в вашу сторону, не ругаемся. Ну правильно? Чё или вы, я что-то неправильно сказал? Чего вы обиделись, Роман? Ну серьезно, что я обиделся? Я вам сказал, я не буду давать. Ну как вы стоите так, даже не подходите. Да вам говорят, там правопорушения, номера закатаны в черный цвет. Пойдите, подивіться. Буква Ю. Что происходит? Я вообще не понимаю. Какой-то ужас. Я буду мешать дорогу. Кому обратиться? Пресс-служба ГУНП. ГУНП? Какого ГУНП? Главного управления? Главного управления. О, так вы скажите. Полиции.
Куда? Где? А вы знаете там фамилия, кто там, кому именно обратиться? Я знаю адрес. Нахимова 86, место Мариуполь. О, а кто там сидит, фамилию не знаете? Я кому? Не знаю. А то я приеду сейчас туда. Вот мы сейчас все бросим и туда поедем. Но это не точно. Скажем, нас отправил инспектор СРПП. Сказал к вам приехать, вам вопросы задавать. Они скажут, а кто это такой? Кого вам надо? Я скажу, я не знаю. Вы знаете, кому там обратиться? Есть пресс-служба, я думаю. Так а к кому именно? Ну, пресс-служба – это служба. Есть и полиция, но есть же отдельно полицейский. Там, я не думаю, что там один человек работает. Ладно, что будем делать с правопорушением? Да хоть пойдите подивиться, номера черные. Ну, что будем делать? Гляньте. Да ничего не сделаешь. Рулетки нет, ничего нет. Все пиши пропало, можно ездить. Слушай, а если я сейчас без передних номеров приеду, вот сейчас через 5 минут, на другой машине остановишь? Нет, не остановишь. Ну вот понимаешь, претензия в чем? Претензия в том, пока нас нету, вы останавливаете. Мы приезжаем, вот специально нашли машину, да? Кто на ней приехал, бог ее знает. Кто ее водитель, бог ее знает. Нашли, вот стоял автомобиль, мы сели, поехали. Глянь, правопорушение открыто, вы не можете рассмотреть дело. Ну что за дело? Этот вообще боится нас как огня, говорит, езжайте в какой-то ГУНП, ПНП, СРПП, ищите там кого. Зачем мне кого-то искать? Перестали. Есть вопросы к вам, коллеги? Нет, вопросов нету. Да, давайте. Да, до свидания. Чао. Роман. Счастливого пути. Всего хорошего. Учи законы. Не расстраивайтесь. Роман, мы вам желаем счастливой пути, счастливой дороги. Он даже не попрощался с нами. Будут проблемы еще. Отойди с подвижной маской. Ой, нет. Тут... А что они сзади? Они сзади не могут. Они пристегнулись, нет? Роман, а что не пристегнулись? Роман. Давай газ в пол. Одне ваше питання. Чому не пользуєтесь ремнями безпечності? Там же справа дорожнього движення прописується. Дивіться, ви зараз за город виїдете? Ви ж в курсі, да? За городом треба бути пристегнути. Да. За городом ви повинні бути пристегнути. Не забувайте. Ми беспокоїмося за вас. Ви ще поки молодий, поки не испорчений. А ви скільки ще будете кататися сюди, к нам? А? А? Все. А, сегодня все уже? Да как так-то, а? Последний день? Да. Класс. Ну все, хорошо. Все, Никит. До свидания. Всего доброго.